Як пульмонолог, що він лікує? Саме це сьогодні ми дізнаємось у миколаївців. Що лічить пульмонолог? Пульмонолог? Ой, без поняття, чесно говоря. Пульмонолог? То есть, есть такое отделение просто в больнице пульмонологии, то есть, которое отвечает за легкие, то есть, ну, болезнь такое. Ой, не знаю, это врач, какой-то врач, но я не знаю точно. Я без понятия, вообще без понятия. Я слышала, что есть такой врач, но я не знаю, кто. Пульмонолог? Ну, это который, как бы, выкачивает жидкости из легких. Вообще-то, насколько я понимаю. А какие заболевания лечит пульмонолог? Легкие. В том числе я не знаю, что это такое, наверное, не развито. Пульмонолог – это доктор. Специфику его сейчас, наверное, вам не вспомню, но то, что это медицина, это точно.